то мы стреляли и на 90, и на 70, и на 30. И вот представьте, 5-рублевую монету, знаете? Да, вот в диаметр 5-рублевой монеты иногда по 6 стрел прилетает. И иногда даже вымеряют до миллиметра прям линейкой. У кого ближе к центру, тот и выиграл. Чемпион мира по стрельбе из лука, паралимпиец Михаил Диктованный рассказал химкинским школьникам о своем пути к пьедесталу. В преддверии Международного дня инвалидов в лицее номер 11 прошел урок доброты. У семиклассников была уникальная возможность вживую увидеть амуницию профессионального спортсмена, а также прикоснуться к настоящей медали с чемпионата мира. Мы стараемся, чтобы разные классы постоянно, чтобы как можно больше детей прикоснулось к возможности побеседовать с таким человеком, да, чемпионом мира, человеком паралимпийцем, да, так как тоже считаем это важным в воспитательном плане работы. Михаил Диктованный является региональным координатором партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». Он также рассказал школьникам о людях с ограниченными возможностями, о важности занятий спортом и о том, как безопасно проводить время в зимний период. Уроки важны тем, что учащимся, детям показывают, рассказывают про людей с инвалидностью, что такие дети и, возможно, учатся в школе, возможно, даже будут учиться, у кого-то они соседи, что они такие же люди, что они хотят жить, развиваться, заниматься спортом. Важно терпимо к ним относиться, понимать, что если человек хромает, то это, ну, возможно, есть какая-то на эти причины, не надо как бы обижать, третировать. Такие уроки доброты формируют у детей правильное восприятие людей с особенностями здоровья, учат важности внимательного отношения к своей безопасности, а также показывают широкие возможности человека.